Всем привет! Около 1000 пар хотят зарегистрировать брак накануне Дня народного единства. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу более подробно. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС, 1 и 2 ноября в отделах ЗАГС и дворах бракосочетания планируют зарегистрировать брак порядка 800 пар. Самым популярным местом для заключения брака, который выбрали более 60 пар, стал дворец бракосочетания номер 1. Торжественные церемонии пройдут и на новых площадках регистрации брака. Их выбрали 200 пар. Также в сообщении уточнили, что браки будут заключать в особняке Спиридонова, на смотровой площадке «Панорама 360» в башне Федерации Москва-Сити, в библиотеке искусства имени Боголюбова в Согласии Холл, в московском планетарии, в особняке Royal Studio, усадьбе Кнопа, в музее усадьбе Остапьева, в ресторане «Гусятиков» и ресторане «Совой». Также пресс-служба управления московского ЗАГС уточнила, что 3 ноября перед Днем народного единства будет работать дворец бракосочетания номер 3, который с 8 июля работает в ежедневном режиме. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!